Хейо, гайс, мы Шумики, мы продолжаем пройти рупа на зоне Shadow Warrior. А в прошлой серии мы пришли, как я понимаю, на кладбище или что это за такое место. Там, короче, у нас секретный лес есть. Или тут? Нет, тут, кажется. И мы куда-то отправляемся. Прикиньте, у нас... Мы нашли даже бронежилет с вами. И это довольно классно. И... Откуда здесь бронежилет? Чувствуется мне, что что-то здесь сейчас будет. Западня, вероятно, всего. Так, давайте сначала в другую сторону. Потом туда. Ха. Вау. А, то есть, ребят, нам нужно с вами уничтожать какие-то заперто. Уничтожьте магические печати, чтобы открыть дверь. А что это за магические печати, хотя бы мне интересно. Я бы лучше... Так, навляк на себя какой-нибудь... Так, чтобы... Что? Вот здесь, да, походу, у нас есть проход? Или нет, или здесь просто... А, нет, смотрите, здесь даже что-то есть. Так, это не открывается. Плюс карма. Чё, минус все яички? Да, они не ломаются. Ладно, погнали уничтожать печати. Я думал, типа, вау, я типа наперед разломал печати. Так, ладно, я вижу все две. Ну, я понимаю, что сейчас на меня нападет толпа разъяренных придурков, так сказать. Но у меня есть броня. Вау. Какие звезды, да? И заметьте, что они тоже мигают разными цветами. Может, тут какие-то созвездия есть. Вот это что-то непонятно. Квадратик и буква В. Может, тут созвездия какие-то есть. Так, я вижу хилку, которая торчит. Ну, поехали. А, то есть сердце даже на них действует. Ну тогда все в порядке, ребят. Значит, все в порядке. Блин, подождите, я же все сюда собрал, то, что видел. Ну, именно по статуэткам, я имею в виду. А, так, там где-то хилка должна быть. Блин, я думал сначала, типа, у меня хил отнимут, а потом, типа, броник. Оказывается, нет. Оно отнимается все сразу. Ой, я на воде не хочу драться. Придется потом сюда бежать. Не хочу на воде драться. Ладно, побежим сразу со всех ног.
Бац. Shall we dance? Ладно, возьму так. О-о-о. За БС. Тогда тут точно мне, ребята, извините, меч не поможет. Ух ты ж, ё-мо. Да-да-да-да. Не, ребята, вы уже сами видите, мне он не так сильно помогает, меч. Вау, да ладно, ты можешь демоническим стать. Вот это поворот. Эти гиганты тоже становятся монстрами. Так, ну по сути все. Давайте сохранюсь. Мне кажется, ли ты прямо получаешь от этого удовольствие? Человек нормально гордится тем, что он спец. Мне попалась аса в самых убийствах. Массовых убийствах. А, ну логично, что мне туда. Мне больше не летя никуда. Блин, вот это, знаете, такие так выглядит, как будто туда можно зайти. На звезде больше никаких таких нету, да, у нас? Ну ладно. Что, у меня выбор какой-то есть? Я не знаю, где это место тогда. Ну, а там много денег. Лучше Лованг в руках, чем журавль в небе. Я к тебе на ручке, ты не против? Ладно. Так, это логично. Здесь что? Ну все. Я кристалл вижу. А я вижу кристалл. И тут ничего не спрятали, как странно. Меня аж, надеюсь, туда впустят. Что это за херня? Это дерево? Да, это дерево. Жалко, что тут серьезно стелсить нельзя. Я бы простелсил игру. Я демон, но люблю так же кофе в виде луж, что-то тупан. Вот это самое приятное. А эти... В какой-то броне. Неприятные. Или они просто начали блокироваться. Раньше же они не блокировались, я помню. Или я просто не замечал этого. Печенье! С компанией «Летающие дикие печеньи» с предсказанием 2013. Камуфок. Кристалл. Так, тут ничего. Что, давайте сразу этот заюзаем. Так, на магия.
Так, ну, в принципе. Я не знаю насчет этого. Техника. Подождите, у нас это лечение у нас. Защита, ребят, я, наверное, только вот эту линию прокачал, и все, больше не буду ничего вкачивать. Будем теперь лечение вкачивать. Завершать свою... Так. Технику передачи энергии адепт может лечить себя более эффективно, восстанавливая 60. Пускай, блин, на самом деле... О, чародей получил. Требуется защита веер. Типа, чтобы быстрее хилиться, мне нужно на самом деле прокачать. Чародей. Получена достиженка. Так, подождите, но мне это не нравится, потому что где остальные? Типа, смотрите. Это выход с локации. Ну, я выйду и все. В смысле? Я ж не выходил! Я какое-то место еще одно не нашел. Боже, я еще одно место не нашел. Вы понимаете то, что я не нашел вот это вот место, да? Это означает что? Это означает, во-первых, то, что я не смог... Получена карма, видите? Получена карма. То есть там, скорее всего, деньги я не нашел. Где это все лежит? Скорее всего, я пропустил с этой... С банкой, где находится вот эти... Вся херня. Ну, типа, кровь или что это. Кровь скандерия, демоническая. Где карма, короче. Так, теперь у нас, походу, новая глава. Это у нас какая уже, пятая? Это уже у нас точно, ребят, кладбище. Потому что я вижу по правой картинке, это кладбище. Слева это у нас пещеры, снова же, какие-то. Главное, чтобы не было призраков. Будет жутко. Глава пятая. Она курьер. Чего? Блин, на самом деле, ребят, я хочу быстрее, как бы. Так. Ничего нету. Найти этот. Улучшение для меча. Я, короче, да, еще прочел. Где мне найти улучшение для меча? Это будет просто по сюжетке. Мы с вами будем все находить. Новый город. Снова. Обычное место. Что-то мне кажется, что я все-таки где-то какую-то классную вещь пропустил. Не, ребят, против этих я не полезу. О боже. Потому что нафиг надо. Я сейчас понимаю, что у нас идут проблемы. Надеюсь, потеря конечностей вас что-то не пугает. Ой, я, блядь, в таком месте сейчас стою, опасном. Ну, по крайней мере, тут рядом кладбище. Тут соглы. Все равно у нас патронов до хера. Можно будет потом, на самом деле, улучшить, нужно все будет. Ну, это вам такое. Второстепенная миссия. Мне нужно найти деньги. Где все деньги находятся? О! Angry Ninja. Ну, это понятно, ссылочка к Angry Birds. Хлопья. Ну, отсылочка первая есть. Это вот так сделаем. Там, под какой цвет подставлю, может быть. Или вообще не эту буду юзать. Что-то другое придумаем. Изанджи.
Маленькие печенья приносят большую радость. Ну да, есть такое дело. Так, тут больше ничего нет, поехали. Еще один кристалл. Мертвецы, супер. Мне нужна была смена темпа. Как далеко храм отсюда? Прямо вверх по этому холму, третья. Так, баня слева. И пропустим. Там челики бегают. По кладбищу. Я не хочу. А можно открыть, пожалуйста? Я там кристалл вижу. Я хочу кристалл. Хочу кристалл. Но мне нужны ключи, как я вижу. Что, время юзать фонарик, да? Чего? Скелеты. Серьезно? Ну, они умирают с одной тычки, поэтому... Не знаю, ребят, но место довольно... Огромное! Оно... Пиздец, какое огромное. Ну, жутковато, я не отрицаю. Тихо. Показалось? Ладно, показалось. На самом деле, жутковатое место. Я не отрицаю. Так, глаз зачухался. Так, я слышу звуки. Что сейчас? Букашечка. Ох ты ж, ё-моё. Эй! Очко кармы. Вот это вот ненормально. Вот это вот нихера ненормально. Так, навыки. Так, убийца этих прокачали. Убийца демонов. Все. Сэмпай! Сэмпай! Так, броню они мне вынесли, твари. А можно вопрос, пожалуйста, куда мне идти, в какую сторону? Желательно идти. Ну, я типа F5 нажму. Тупик. Ответ найден. Мне идти не в эту сторону. А у нас тут что? Там ничего не взорвется. Требуй за ключ. От чего? Навесного замка. А, там алтарь. Ребята, нужно будет потом все равно вернуться сюда. Ну ладно, полетели. Будем с вами... Блин, ну видите, там тоже скелеты. Блять, необычные. А бронированные. Товары. Плюс денежка. Ладно, защита. Поехали. Вот, чего не защищается? Парень, что ты делаешь? Он, знаете, я решил, короче, в конце потанцевать. Ладно, хватит. Он такой, да мне плевать, я такой на руке покатаюсь. Все, все, хватит, хватит. Молодец, молодец, показал свои таланты. А ну, парень, слушайте, талантливый. Типа, нечего сказать. Так, мне бы ключи найти.
Может, они где-то здесь валяются. Я сейчас, давайте я F5. Это если я вернуться не смогу. Не нравятся мне эти звуки. Ох, как не нравится. А я читал, что шаманы появляются только на это. Вот и храм. Сюда он и направляется. Да брось. Поехали. Плачущий убийца. Короче, в чем загвоздка босса этого? Он появляется бесконечно. Да. Коди, ты считаешь? Короче, он бесконечно их спамит. Я в дереве застрял. Я в дереве застрял. О! Give me a break. This guy is raising corpses. They'll keep coming back unless you change them out. Да, это я в курсе. Ну в чем прикол? Вот на нем можно нафармиться. А ну за... За него больше карму не дают. Тогда придется умирать, извини. Вот что это за фигня, я его атаковать не могу. Кто его знает? Сейчас отойдем, посмотрим. Не, ребят, больше за них нихера не дают. Будь осторожен. И бум. Ну да. Ну, ребят. Там они стали видеть, типа... Типа невосприимчивую к урону. Поэтому... О, как приятно. Поэтому я перестал, типа, его и атаковать. Типа, если бы я и дальше мог, типа, получать бы опыт, я бы на нем фармился. Но я читал, что, типа, благодаря тому, что он может постоянно их создавать, я могу на этом фармиться.
Так, F5. Мне интересно, где ключи находятся. Мне сейчас это очень интересно, на самом деле. Классно, печать. И вот, видите, типа, тут очень много мест, где нужны ключи. Которые, конечно, у меня нету. И мне бы желательно две аптечки найти. Ладно, в принципе, арена большая была. Погнали выше. Может, дальше я найду то, что еще. Ну, одно я точно нашел. Аптечку. Или, знаете, лучше прокачать... Хотя, давайте я уже докачаю убийство этих врагов. Уничтожьте магические печати. Уничтожим. Опа! Иногда ты голубь, а иногда памятник. Сегодня скорее день памятников. Я понял, на что-то был намек. То, что сегодня меня посрут. Так, ну, ребят, что, в принципе, у нас есть с вами ключи. Поэтому возвращайся с самого начала. Мне на самом деле нужно будет потом это тоже вкачать. Сейчас он быстрее на робота, знаете, какого похож. Сейчас пускай прогрузится. Ну что, поехали открывать. Что у нас есть? Надеюсь, вы, ребята, помните, где что. Я, честно, нет, поэтому возвращаемся сам назад. Самый, это значит самый. Помню, тут дома где-то должны быть. Ага. Вот, начиная отсюда, да? Это дело идет у нас. Раз. А как ты открываешься? Ага, вот он. Он открывается с другой стороны? Чего? Чего, блядь? Как это понимать? Как оно может открываться с другой стороны? Там то, что мне нужно, ребят, там кристалл. Пиздец. Где проход? Будем сейчас искать. Подождите, может он на это? Так, сохранится. Где-то там? Типа, не может быть этого. Ну да, это вообще другая локация. Не связана с той, поэтому лучше возвращаемся. Ищем... Блин, я думал... Я там открою, типа, сюда попаду. А вы? А вы? Давайте, как мне это делать? Может, мне эти кристаллы по этому дают, по сюжету? Тоже как вариант. Окей. Только довольно плохой вариант. Потому что я сейчас, считайте, могу проебать кристалл. Зато мне есть ключи. Зато мне есть ключи. Я могу сломать вазу. Много ваз. Как мне попасть в тот дом? Может, я смогу туда по...
тебе нормально летать, памятник? Походу нормально. Так, подожди, это другой проход? А, здесь мы статуэтку находили. Ну все, по идее. Больше я не понимаю, как пойти, попасть в дом. Поэтому погнали переходить в локацию Next. С одной стороны, можем сейчас закончить с вами. Может, я там по пути все равно дойду. Так, давайте тогда что? Вправо? Потом влево пойдем. А, это типа сюжетная дверь? Али, как стоять? По идее, мне нужно печати, да, сломать? Что здесь? На другую сторону не было, да, прохода? Что здесь у нас? Так, хпшка. Денежка. Алтарь, хорошо. Достижение охоты за сокровищами. Охотник за сокровищами получено. А, да, походу мне только в ту сторону. Так, а что у нас здесь было? Здесь у нас зона с печатями, да? И там тоже я могу открыть. Вот, блин, знаете, вот, типа, меня можно... Хотя, может, это просто огромное такое место. Мы можем с вами разделить это на две части. Поэтому давайте, я думаю, на этом мы и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.